Сейчас у меня точно не получится. По сравнению с моим. Я потом звук уберу. Я покажу, что было до, когда они валялись. Что было, когда это я заплела. Почему у меня так не получилось? Ты еще как-то хитроумная их. Просто, знаете, какой-то секрет, а мне не говорить. Почему? С Виолеттой прям знаешь. Да, вы точно знаете какой-то секрет. Наташке тоже что-то не очень получается. А у вас вот, я думаю, что есть какой-то. Наташка просто психует сразу же. Где прыщи обрезать? Все, тебе, Маша, девочку надо. Я на волосах, кстати, похуже приду, чем на ирисах. Как ты угадываешь, куда что надо делать? М? Как ты угадываешь, куда что надо делать? А тут главное вес зажать и бока все подбирать планомерно со всех сторон. Я просто выбираю прядь. Самое простое плетение. Можно посложнее сделать. Но... Нет, а чтобы фигура была. Фигура какая-то. Время. Ну я же просто спиральку. Видишь, у меня просто получается, что я иду вокруг. Вокруг нее, вокруг оси и заворачиваю. А для этого просто ее поворачиваю. И тут вот натягиваю. Беру просто вот из куска. Те, которые еще не задействованы по этой спирали. И все. И сюда загребаю. А из этого хвоста, который тут пойдет, я уже впоследствии буду самую верхушку заплетать. Ну, это одна из самых простых. Времени, потому что мало. Можно было бы заморочиться. Мы как-то привели трехглавого. На три вершины делали в полянке. Там он побольше куст. Подбирание с края. Ручки берешь и подбираешь ее.
потом не компания была. Ты не путаешься. Ну, потом все эти, то, что выползают, их потом аккуратненько подстреляешь. Зарь, я не знаю, скажи, что перед дверью. Можно еще в обратку. Тут я по обычному, а можно еще в обратку. Это тренинг, да? Нет, у меня вообще резинки, когда я там на резинку заплела. Интересно, насколько это для ириса? Сколько? Ты не замечала хуже? Я не замечала. Ты нужно целить. Девять минут.